Жители Тверской области 25 октября могли наблюдать уникальное природное явление – частичное солнечное затмение. Общая продолжительность затмения составила более 4 часов. Это явление происходит, когда Луна частично или полностью закрывает Солнце от наблюдателя на Земле. Явление можно наблюдать только в новолуние, когда естественный спутник нашей планеты не освещен, а следовательно не виден. Пик затмения жители Верхней Волжи увидели в 13 часов 38 минут. Солнечный диск в нашем регионе был закрыт более чем на 60%. Нынешнее явление самое сильное за последнее время и на ближайшие годы. Вплоть до кольцеобразного затмения Солнца, которое произойдет 1 июня 2030 года.